Эльми Умеров и Ахтем Чийгоз призвали выдвинуть Меджлис Кымскатарского народа на соискание Нобелевской премии мира в следующем году. Об этом говорится в обращении зампредседателя Меджлиса к народным депутатам Украины, опубликованном Эльми Умеровым в Фейсбуке. В прошлом году, в апреле, подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Если Меджлис будет выдвинут на номинацию Нобелевской премии мира, это будет дополнительные возможности говорить о своих проблемах на весь мир.